Но учение о том, что вере и упование мы не должны ослабевать, хотя бы и не скоро исполнились наши прошения. Святого Иоанна Златоуста на книгу «Бытия». Святой апостол Петр шел твердой стопой по бездна моря, пока смотрел на одного Иисуса Христа, но начал утопать, лишь только потом подумал о бурном ветре и воздымающихся волнах, и стал ослабевать в своей вере в Бога человека. И святой Захария лишь только усомнился в благовестии архистратига, вещавшего ему Божие повеление, был наказан немотой. Эти примеры внушают нам никогда не ослабевать в вере и уповании на Господа, какие бы внешние обстоятельства нас не отвлекали от упования на Бога, и как бы долго наши прошения и молитвы Господу не исполнялись. Примеры Священного Писания поучают нас, чтобы мы не ослабевали в уповании получить от Господа просимое нами. Ибо Он, человеколюбив, всегда слышит нас и никогда не отказывает нам ни в чем, особенно если мы просим Его с усердием, и если просьба наша для нас полезна, не противна воле Божией и достойна того, чтобы она была исполнена. При этом, если мы и не тотчас иногда получаем просимое, не должны этим огорчаться, а напротив, должны только усилить свою просьбу и ждать просимого с терпением. Ибо Господь Бог по Своей премудрости и для большего нас прославления иногда медлит исполнением наших прошений. Так, например, Он для большего прославления праотца нашего Авраама не тотчас исполнил свое обещание умножить его потомство, как песок морской, и даровать ему сына, а сделал это уже тогда, когда Аврааму было 100 лет, а жене его Саре 90, когда, по мнению людей, прошло уже время для деторождения. Точно так же Иисус Христос не вдруг исполнил просьбу жены Хананейской, хотя она и взывала к нему, говоря: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но, несмотря на свое человеколюбие и благоутробие, на просьбу ее, не отвечая ей ни слова, так что ученики его, не зная ни того, что он намерен сотворить, ни того, что Господь слышит ее мольбы, и уже решил исполнить ее просьбу, приступили к нему и молили его, говоря: «Отпусти ее, ибо она кричит вслед нас», показывая этими словами, что она им наскучила. Они как бы так говорили: «Отпусти ее, не заставляй ее более беспокоить и себя, и нас. Душа ее прискорбна, и просьба ее уважительна». И вот Господь, чтобы вразумить апостолов, дает им такой ответ: «Я послан только к отцам, к погибшим овцам дома Израилева». По-видимому, этот ответ Господа должен был бы охладить веру в него жены Хананейской. И она, слыша его, должна бы потерять всякую надежду на исцеление своей дочери. Но не такова была вера ее, и не таково упование, чтобы смутиться этим отказом. Напротив, этот отказ и сознание того, что она не принадлежит дому Израилеву, были причиной того, что она еще усерднее стала просить Господа помочь ей в ее горе, так что и вторичным отказом «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» она не смутилась, хотя и была приравнена ко псам, но сказала только: «Ей, Господи», то есть «правда, Господи, но Ты мне помоги, ибо и псы едят крохи, падающие со стола Господня». Тогда Господь, чтобы прославить и показать другим пример ее веру, сказал: «О, жена, велика вера твоя, да будет ее по слову твоему». И исцелела дочь ее в тот час. Итак, братья, если Господь исполнил просьбу жены язычницы, то верьте, что Он исполнит и наши прошения, если только они не противны Его святой воле и правосудию, а потому не отчаивайтесь и не унывайте, когда не получаете скоро просимого, но усиливайте свои молитвы, и Господь услышит нас и поможет нам. Аминь. Thank you.